Центральный парк города Видное, особенно в выходные дни, является местом притяжения для жителей Ленинского округа. А сегодня он преобразился. Установили подиум, работает ярмарка и площадка для мастер-классов, полоса препятствий. Такие развлечения для горожан подготовили в честь Дня молодежи. У нас команда как раз состоящая из молодежи, и мы отталкивались от того, что мы бы хотели видеть на этом празднике. Поэтому собрали вот такую вот программу. Помимо МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное», в организации праздника приняли участие движение «Первых», сообщество «Видные мастера» и волонтеры от МБУ по работе с молодежью «Энергия». Была и насыщенная культурная программа. Помимо дискотеки, можно было, удобно устроившись в мягких креслах, послушать молодежную группу «На уме». Среди участников праздника был замечен и человек, непосредственно работающий с молодежью, Андрей Шишин. Тренер по плаванию, воспитавший несколько именитых спортсменов, среди которых наиболее известен двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Евгений Рылов. Сегодня мне, во-первых, очень приятно здесь находиться. Очень здорово, что Ленинский городской округ такие вещи проводит, такие акции, где мы видим и творчество, да, дети занимаются и спортом. Очень хорошо, что все условия создаются нашей молодежи для здорового образа жизни. Главная цель организаторов мероприятия – сделать День молодежи таким, чтобы он объединил не только молодых людей, но и все поколения и стал по-настоящему семейным праздником. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.